А, это животное на Сан-Кинге. Оно мне, короче, игру просто потом изруинило. Подошел ко мне. Подходит ко мне урод тупой, а? Ко мне трется. Зачем? Чтобы мы оба кёрс получали. Старайся по правую сторону держаться, а я по левую, или наоборот. Ты все время трешься, моба, кёрс получаем. Как мне не нравится, как он... Ты старайся ко мне не подходить, брат, ты меня очень сильно сковываешь на линии. Блин, я не смог скинуть еще. Блин, мне так не нравится, как он играет. У него наемного очень мало, немножечко.
Я боюсь, что меня убьют, у меня хп нету. Your middle tower is under attack. 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 It's gonna be a massacre! Dire structures are falling. На боте помощь ТП, возможно, понадобится сейчас, я не знаю.
structures are fortified. Mine is truly a blessed life. The enemy's middle tower has fallen. Гол на автоатаке надо пропушить, пока они занимаются на миде. У нас катапульта есть, ее надо защищать, чтобы ее не кромсало. Бруда, будем зафать? Ну я могу подойти. Не, все, забей. У меня все хорошо. Ну, башня упала. Я давно им самому. Чё там, что у меня гринстрок стоит уже минут 5? Он у нас только что дебокил сделал, как он у тебя стоит. Не, он стоит у меня уже очень давно. Нет, он у нас только что был, вот сделал дебокил у нас. Ты сикер видишь, говорит, умер от него, так что ты врешь. Слушай, ну он у меня стоит, а чё? Что значит стоит? Он у нас был на боте, убил нас, и только что сикера убил. Или мы тебя врём, или тебе игра врет. Грейф мидл. А он был очень в лесу у себя. У меня нет у него вижу. Уходи, уходи просто. Ну зачем ты это делаешь? Блин, отменять мне телепорт, интересно. Ладно, не буду. Опа, Урса бил Рошана. Давайте Рошана заберем. Забейте, Урса мы не догоним. Вот Рошана забрать мы сможем сейчас. Наверняка там у Рошана не осталось хп. У нас есть птички, у нас есть плевок. Давайте заберем Рошану. У нас есть танк. Не хотите Рошана забрать? Бруда. Я подойду, подойду на Рошан. Поехали. Да? Пока он не отрегенился. А почему Сикер не пошел нам помогать?
парни, а тут как бы это. Ну, Сикер убежал, типа. Ну, вы поняли. А, ну все нормально, я убежал. Сикер решил нам не помогать, я не знаю почему. Сейчас Урса заберет Рошана. Урса убежал. Там Рошан сильно красный? Ну, да. Мы же его сильно, да, на крумсале же. Плюс там Урса же еще должен был его забирать. Урса, наверное, наверно убежал. Да, о, здорово. Че, у меня Рошан баш? Я где его? Не выучили. Поживешь? Radiant's courier has been killed. Что мне видно здесь? Клоун. Если не попал вообще. О, без ульты, без ульты. Вообще-то попал. Yes. А, да. Точно. Сори. Сейчас у меня БКБ будет и все. Я весь смерть не буду. Смотри, я шмотки разобью, если тебе достанется. Такой решил помочь челику, а челик взял и разбил шмотки, короче. Нам бы движен сюда поставить, варды какие-то. Чтоб я их ясфальнул, типа, пока и все. Прикроете меня, я поставлю. Ну да, да, я здесь. Здесь, по-моему, варсы. Там что-то нашего парня надо сеть или душ. Что за парень? Бэк, что ты делаешь, алло? Что ты занимаешься? Да, он, когда мы Рошана били, он упортался на бот. Потом... А тебе показали, что ни у кого нету ТП. Какое ТП? У меня КД. Кого ТП? Кого тебе ТП дать? Мы варды идем ставить, пожалуйста, пидец. Ты один вот здесь дохнешь, и мы виноваты? Бобнем его, есть досты? Молодец, а, то есть то, что нам помогает, ты убивал челика на борте. А, достов нету, да? А, это нормально. Судит, когда сейчас мы похороним их.
У меня типа броня была, поэтому я выжил. Ну как броня от этого от Дискорда. У него же Фури сломался типа физически. Все нормально. Спейли у сети, который бы выкрылся. Да-да, он, блин, конченый. Решил пойти на бот, подраться один, типа, вместо того, чтобы нам помогать. А потом снова умирает, когда ни у кого телепорта нету. Есть Траксу помощь? Смотрите, да. Я бегу на него. У него, правда, инвиз, по-моему. Рюка. Да, у него аватар есть за скин? Ну, парни, ну не смешно. Хуяни. Ну в чем проблема, да ты ступи пич? Понимаю. Я байбыкнусь. Уходи, я ушел. Там меня Гримстрок от тебя отделил. Возьмешь ген? Да не знаю. Да, не хочу. Да не хочу. Не, на самом деле бы забрал ген, типа мы все вместе можем драться. Пятый урочный не потеряю, у меня БКБ есть. Если у меня голд будет, я могу достать. Да, у меня БКБ есть, типа я не потеряю ген. Просто на скоро слот нужен был. Можем смотануть, в принципе. Здесь варды, где варды сначала, здесь опсы центры стоит. Пойдем, он уже. Уже будет с брудой смог жать, это такое. Пойдем, давай. А я здесь бой. Я бы на самом деле туда лучше сломал. Неплохо. Входим, друг. Помоги. Не, ну здесь я подойду к вам. Будем что-то пробовать? Полезно. Давай, можем. Ты он проебал. Таксах так и пушит. Есть сейчас на нее? Надо. Не похуй на игру. Блять, бруда, короче, я думал, она хочет помочь, но она не хочет. Она в итоге не пушит, не помогает убивать. Ты балл. Если я пушу, я пришел сюда, помог вам там убить самого. Ты не пушил, ты не пушишь, тебе не дадут. Ты дурак? Когда вы здесь дрались? Ты вот здесь дрался, молодец. Что я могу сейчас? Идешь сюда. Зачем ты идешь туда один? Тебя сейчас убьют, гем заберут. Меня не убьют, меня ВКБ. Помоги нам, ты видишь, вот этот играет. На сикере даун, блядь. Никто достынь не покупает. Мы не можем элементарно. Оставим там сам кинуть еще. Ну все, до свидания, ебать. Че, до свидания. Почему нельзя толпой драться? Ну хоть один. Я не знаю, почему вы не хотите. Я ульту на улицу. Ульту на улицу раздайся. Вот, бейте его. Когда команда играет, хоть там одному и И мы выиграли файт. Ты пришел, и мы выиграли файт. А
А тот файт мы проиграли. И проиграли Рошина. Что было важно. Но ты этого не понимаешь. Ты думаешь, что идти в соло куда-нибудь убивать челика, когда у нас нету кнопок, которые нужно прожимать. Это нормально. И оставаться там еще и фармить, вместо чтобы прибегать на скорости к нам. Кинь 3 скилла в барак, пожалуйста, на Жакира, не стой. Спасибо. Барак. Ну отойти у меня в КБ нет. Нет, вообще нет. Хотя там, блядь. Куда ты идем, у нас нет ни сами ничего. Гороша набить. У меня 25 секунд до яйца. У меня бабочка есть. Руны соберите. Дракса весьма слабая, кстати. Она меня не убивает за сало. Я захожу им в спину, просто по пути бегаю со скоростью и убиваю всех. Просто драку чейзите все время, катите их, и все, я всех убью. Просто драки мы здесь делали. Да, мне в прошлой драке ты один остался, потому что сикер решил на боте побывать. У меня почти 25 есть. Зачем появился? Внизу. Из спадания без дрова полез. Сейчас, сейчас. Я подойду, квадрат, го. Борош. Роша надо бьем. Какой бараки просто или чё? Надо вижн заставить или нет ответить? Или нет пушить? Рекса по боту идёт. Она не успеет, мы его быстрее снесем. Почему не хотите бараки снести? О? Ну сломай, чё, у меня нет, нечем. Пока траксы нету, почему не хотите бараки снести? Я сломаю. Вы че рофлите? Можно быстрее, пожалуйста? Можете ты пока там бот сделать? Почему нет, вы стоите АФК? Почему вы не сносите строение, пока траксы нет? Я не знаю, почему вы не хотите. Кто вы? Мне что, любить Фениксом подходить? Ну, надо в мид заходить на бараки на голые. Чем нам тавр, когда есть бараки? Варкс, нет, варкс. Так я не знаю, зачем вы стояли там на топе. Ты тоже там стоял. У меня две паутины, я не могу. Я старался тогда на миди раз не отвяжите с вами. Вот и весь сил. Да, он посоветует. Собирай и типа. А что толку? То есть я, ну, мне дали вот этот глобал сало, я поднялся в ЛУ и, ну, был такой же задизайн. Куда ты побежал? Бей браки, ради бога. Какой рэмпаш? Ты сейчас сдохнешь, дебил.
Ой, бля. Дурак, забей ты. Еще раз говорю, играй просто. Сам бесполезный айтем, как видите. Просто не понимаю, это еще раз понимал, ну то есть я понимаю, как это работает, но да, он не понимает. Типа, говорю, там есть сам, сам все равно контур меня, мне говорят, собираю ИУ. Да, он не понимает, что пока типа ИУ, я в этом, ну то есть, я сам не заебиваю, то есть я не могу в ИУ-лик оставаться. Да, помогайте, пожалуйста. Да, ты ко мне подошел, да? Серьезно. Она сейчас сдохнет просто так. Собирайте ген сразу. А, нет, ты живой. Чего? Здесь сами сир. Го-го-го. Ну, пожалуйста. Чел на массе. Алибарда не может нажать, подойти. Бегает АФК. Заберите ген. Выложи топор, забери ген, лысная помойка. Ой, ладно. Бесполезное животное, иди побайбекайся. О, красава. Что? Шмотки разбей. Разбей шмотки. Разбей себе голову. Дегенерал, бесполезный. Как он меня опередил? У меня инстант. Ну, да, он животное, потому что раз и раскрывает. Ну видишь же, играет. Ну что, ну... Но так я ему говорю, что не может кнопку нажать, а начинает агриться, ну что, мне он терпеть? Он не нажмет ее. Я больше ни одной кнопки. Да ты и так их не жмешь, друг. Хорош, уель, блядь. Да не на... А, нет. Видите, блядь, горит. Писать себе игроком охуеть, блядь. Чего, блядь, там фонда? Да, блядь. Не, может, ну играет лучше, то есть, ну, чуть-чуть. 2-9, да, уйти сразу раскрывает. Успокойся, у нас сикер вообще непонятный игрок. Я вот просто смотрел, как бы я понял, ну и чё, ну попался. В любом случае, блядь, пол не дадут забить. Играть, вон он рампагу свою хочет, чтобы фан-фан готов здесь. Нет, ну игру выиграть, блядь, ему похуй за рампагу готов, блядь, мам. Ну такой игрок, блядь. Ни хуя ты с ним не сделал. Он БКБ купит себе нахуй самым последним слотом, блядь, отвечаю. Давайте драться здесь. Нормально драться. Радика Сашуешку собирает, да. Вы не видели Урсу здесь, что ли? Почему вы мимо Урсы пробежали? Как будто вот здесь бегает. Это чем могут быть там? На безотарах, кстати. Надо отойти. Уходи, мы вдвоем здесь. Вот здесь вот Урса был, вы мимо его пробежали. Он меня бил, вы пробежали мимо него. Но застов нет на санную траксу. Так а зачем ты траксу застов бьешь, если там муж состоял, бил меня? Зачем ты на нее нападаешь, если у него инвиз? Нужен достаточно. Когда рядом меня бьет то Урса, ты просто пробегаешь мимо и все. Или сикер.
купить-то с тылом. Ага. Я в К4 вода в стэше, но как бы ничего не стоит, ладно. Я не буду с вами играть. Ну, вот ты реально, ну что ты новый? Я лес ушел должен быть, все, удачи, ребят, парни. Удачи. Ты думаешь, у тебя на next игру будут прям ребята все отборные? Такой пиздец тоже стал. То же самое. Успокойся. Горишь. Пей, ладно, оставьте спокойно нахуй. Вон, все, успокойся. Вард, сломай, пожалуйста. Enemy's bottom tower has been denied. Вы его с радостью носит туда. Блять, ну пиздец, просто стисните зубы и, блять, играйте эту игру. Все. Они идут на рожку тут, ребят. Давайте рошу заберем и все, и мы закончим. Одного героя убить, все нахуй. Сейчас. Здесь. Минус 2, я иду в ней. Хорошо, да. Да успокойся, его допьют. А, этого тоже начинаешь. Куда, блядь, не идет. Там сам он бегает. Баш прошел. Тупо баш прошел.
есть хороший маг. Макропайр. Блин, ублюдка баш прошел, меня не выпустил. Отойдем, тебя убил сейчас. Вот плевнуло, они ползут. Там тоже люди горят. Да зачем ты пытаешься их успокаивать? Это ублюдки, которые играют в доту с тобой. Ты их не успокоишь, они дауны, они пожизненные ублюдки. Вы меня бросаете, да? Не пытайся их уговаривать там, и так далее. Ты их не убедишь, не быть ублюдками. Это их сознательный поймал, выбор блядь. По жизни быть ублюдком. Знаю, как, блядь, игра на какой-то конфер. Тикер, ну пиздец. Там ты, конечно, пиздец. Вот тебе БКБ уже не поможет. Понял, почему я не заюзался, у меня слоты не здесь стояли. У меня вот здесь вот должны слоты стоять. А я думаю, что я не смог заюзать, типа, на Урсу. Я думаю, я не успел, он меня забашивал, а оказывается, у меня просто не на том слоте стояло. Ошибка. Враг не топит. Братан, БКБ, беги. Эй, беги. Ты зря начал, блядь. Ладно тебе, блядь. Такой тоже ты, блядь. Узна. Не пойду, не зайду. Зашел уже. Ты вот, блядь, тоже паникуешь, но труда. Я не знаю, вроде играешь, но... Пожалуйста, время, пожалуйста, ты можешь, ну, не пытаться уговаривать этих ублюдков быть не ублюдками? Я тебе уже объяснил их психологию. Это их сознательный выбор по жизни быть ублюдком. От того, что ты пытаешься их уговорить, меньше ублюдками они не станут. Это не просто они сдаются в доте. Ты пойми, что это все от их характеристик личностных. Вот они по жизни ублюдки. И вот в доте это полностью отображение их внутрянки, ты пойми это. Не надо их уговаривать. Это дети дауны. Дети дауны просто. Почитай этого. Я недавно для себя открыл книгу «Повелитель мух». Вот то, что вот точно описывается вот эта игра, точно, вот в точности. Мы играем в игру «Повелитель мух». Это игра мертвая. Потому что Габен решил на ней зарабатывать деньги. На фри-тупой игре. Бля, меня реально эта игра
стал. Гримстрок загоним, попробуем. Оно появится последним слотом. Слабый, я согласен. Я это понял там в чате. Ну а хули ты? Можешь репорт ему в конце кинуть, блядь. Добавить, тоже не попадался. А я народ. Ты про что? Кому рапорт? Кто тут самый слабый? Потому что я не могу определить, кто из них из троих больше ублюдок. А он сейчас, да, он раскайтит, сейчас спать просто. Замутил, короче, груду, он опять. Заебал это, пиздит, пиздит. Аккуратно, урса может прыгнуть. Урса прыгнет сейчас и... Ошибся. Моя ошибка. Я сейчас мог медведя поднять, типа... Не дотянулся, у меня типа нету... Я даже не знаю. У меня нету этого, как же это называется? Блин. Линзы, я не дотянулся. Без линзы не привык играть, я немножко на другие рейнджи привык.
Блин, ну я сейчас коммуникацию теряю с этими челиками. Надо их разминуть, иначе реально проиграем сейчас. Там Сан Кинг бегал. Куда медведь? Как ты меня задолбал? Как он меня убил, учитывая, что я ему кинул алебарду? Учитывая, что у меня дофига хп и дофига брони. Как это работает? То есть я челику кидаю алебарду? Не успел их убрать. Ну, я в баше стоял. Я не знаю, как он меня за баш забирает, учитывая, что я ему кидаю алебарду, и он стоит в алебарде. Как он меня забирает, я не понимаю. Просто алебарда какая-то useless, нахуй, да? Да как я нажал, хорошо. А, на ГГ. Он тебе не идет помогать. Уходи. Там байбек есть, если что. Не игра, какой-то дерьмище. ММР, блядь, даже не пахнет пиздец. Потому что у выбледка на бруде 3000 ПТС, блядь, и он открывает типа. Не сказал бы я, что тут бруда виновата, понимаешь? То есть, ну, вы не играете командой, даже не бруду, блядь, пиздец. Секер глупо ведет, да вообще глупо. Мотки не те собирает, он посмотри на них. Ты это понимаешь, говно занимается. Булстейк, какого не булстейк. Когда я возражусь, надо, чтобы Марс выкупился. Один, и он мог ее выиграть. Он мог ее выиграть. Вы же сами не хотите. Сально базе, отдай сторону. Пересрались, блядь, салаты. Они вон без дроу рейнджера, знаешь, ну, не теряют, блядь, победы. Они хотят выиграть это. А вы все сретесь, стретесь, блядь, по одному что-то ходите и смеетесь друг на друга. Всё, блядь. Вот он обратно добрал, от кого? А? Кого он это обратно? От Турса, который его убивает, блядь, хуй знает, за несколько секунд. Шатаником. Дай ульт ему, дай ему ульт. Стол, сейчас лезет. Вот он полез вдвоем против троих, смотри. Го, 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 го. Главное выжить сейчас. Да какой баш? Если он выживает, он в принципе что-то. Без байбека, да, он. Медведи, все месяца. Как хорошо. Ой-ой-ой. Бля, я сзади. Я сейчас в соло вытащил файт, кстати. Будем выиграть просто-напросто. Ты. Чё, псих и чё? Иди, беги, я тебя на шрайн, алло, куда ты бежишь, ты сейчас сдохнешь? Для следующей игры хотя бы. А, он вообще не выкупает, что происходит. Я сейчас кинул, короче, алебарду, на бруду кинул эту фигню. Бля, лотус. Да вы через мид зайдите и сломайте. Я бак Блин, я зря собрал, короче, этот. Давай. Помоги. А чё вы эту штуку не сломали до сих пор, вот эту? Пикер без маны. Почему эту штуку не сломали? Да, она летела, по счастью. Можно не вернуть? Не буду байбек оставлять. Что он делает? Что он делает? 55 минут играю. Не лезь. А секрет пиздец, конечно.
играем? Пусто пространство. Заманит, там бьет. Где медведь? А я на пушку на себя забай. Что бай мыкнулся? Не может сидеть, когда команда. Помощь. Байбеки есть еще? Сатаник нажал. Я его сейчас под... Нет. ГВБ, какой тран? Вот и стоило оно отдать. Вы не страдаете.